Председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев обсудил с лидером молодежного парламента Денисом Мартыновым вопросы развития организации. Недавние изменения в руководстве молодежного парламента и преобразование в его правоустанавливающих документах не дали положительных результатов и не были поддержаны окружными депутатами. Молодежный парламент – структура при Совете депутатов, и было бы правильным, чтобы дальнейшие действия его активистов согласовывались с нами в рамках партийного проекта «Старший брат», подчеркнул Вячеслав Киреев.